Серега там лежит. Серега лежит в яме, чтобы наверняка пройти. А без... колесами не помогал. Хотя тут ходом мог проехать, я думаю. Так, и строится. Вас вытащили назад. Лента была оборвана, ребята, ни при чем. Уже оборванная намоталась на колесо. Не знаю. Не глушим? Не-не, они нет. Это она порвана давно. Игоречек, елки. А на их месте мог был быть ты. Да, легко. Я сказал, давай пойду в кар. Я взял, говорю, дуровый. Даже не перебувался на всю резине. Покажи резину. И что бы их пчела? Атешка. Так что ты очканул? А, обед тебе повешу. Я не понял, я так уже в двух категориях. В третьей уже за чересчур. Да, да, и так ты, и так самый активный. Прошел, даже диски не испачкал. Ну, у вас красиво идет. Вот рабыня на вар залазь. Да ты меня сбросишь, я боюсь. Потихоньку, прямо едь. Вправо чуть-чуть. Так, у нас елки. Игоречек, потихоньку только. Держись. Шакла мне убила. Так. Ё-моё. Игоречек, блин. Стой, тут какие-то ямы. Стой. Посмотрите, что Витара исполняет. Постой здесь, давай стой, постоим. А, подожди. Игорь, постой, снимем здесь пару машин. Стой, на лапах приехал. Почти. Валера, меня снимай. Эй, Игорь, блин. Игорь, блин. Ты про меня забыл, да? А, я забыл, ты там, да? Ты что, дурачок или что? Экшен был здесь со мной опять. Стой, говорю. Тут никого нет. А мы на трассе, Игорь, мы на трассе. Не, остальные сейчас у ямы сидят. Треба ехать туда, дивиться, как сейчас их будут объезжать. Подожди, я слезу. Можешь быстрее ехать. Не, просто не надо фотоаппарат держать, а себя держать. Понял, набагаю. Так а смысл мне себя держать? Мне же снимать надо. Так, хищник идет. Второй экшен за сегодня. Чуть не улетел с крыши Тойоты. Давай поменяемся сейчас. Так, все траектории почти заняты. Да, все занято. Хорошие места. Как тут хорошо. Как тут хорошо. Да, нормальные места.
остатки прошлого. О, смотри, где он пошел. Это... А там очень жестко. Да нет. Там лайт, наверное, ж был. Не-не-не, жопость. Ну, такая, если под шнуром возьмет, то может пройдет. Там жестко, там хорошая яма. Вот леток, если пройдет, прийти. Так, ребята заякорились на Тойоте. Ох и звуки. Что там? Передка нет. Не, передок есть, но на последних дыханиях. Главная пара, я думаю, переднего моста, судя по звукам. Где-то зуб вылетел. Не, главная, наверное. А может, блокировка, да. Ну, ранен, пока не убит. Ну, я думаю, что до финиша будет сложно ему доехать. Пытается вынять якорь. Что там, а где якорь? Вот там дальше тверже можно попробовать. Нет, нет. А, ждешь кого-то? Так, сантраки вытаскивают. Неплохое рубилово у вас ходом помог. Да, копнули, водичка набралась, пока была пауза, я так понимаю. Потому что уже была проходная траектория в конце лайта. Так, Нива наконец-то. Сидят еще с первого круга, ребята. Нива и Котлета вот та. На базе Great Wall или с дверями Great Wall только. И то, может, я ошибаюсь. Женя, нельзя быть таким меркантильным. Глянь, они все за тебя хотят зацепиться, слышишь? Они затягивают его обратно. Женя, хижак уже сломался, едь спокойно теперь. А, Defender, но она, у него отставание большое. Ну, может нагнать, да? Так, лебедится у вас. Следующий УАЗик. Следующий УАЗик. Ну там серьезная лебедка. Держится Тойота. Давай, 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 Леша, сильнее. Милки, поцарапал свежий УАЗ, да? Да. Сейчас мусоров надо вызывать, наверное. Ну, сегодня уже третье ДТП. Четвертое пятое. ДТП уже, да? Или пятое? В рейде тут Рубилова было. Да я видел, да. А он себе крыло мнет, да? Все, давай, сначала этого откопай. Отцепляй, Шепила. Это все. Попытки закончились, да? Ну да, две баллы, я думаю, хватит, да? Да, 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 все. Помог, чем смог, на пример не идет.
На двушку, да? Дюплё! Ну да, две попытки. По штуке, да. Так за Ниву зацепи! Нива убегает. Да, нормальное рубилово такое. То, что доктор прописал. Вам надо морду КНЖК подкинуть, и он будет достать. Вроде же ехали уже легко, в конце раскатано было. О, с добычей. С уловом. Тяжело не вам, да? Ну, ей, да, тяжело. На траке ленятся. А там 4 трака и поездка спасла. Смотри, там штурман. Да, кстати, никто не кладет здесь, да? Такой же, дивись, кладут. Ну, что там? Уже когда застряли. Сразу не положил? Я только не пойму, как я тут проезжал своим ходом. Вода подошла, понял? Было накопано, и вода подошла, и все. Вода летом здесь, да? Ну, рядом здесь вода. Ну, она набралась, да. Залито, да. Они чуть-чуть копнули, подорвали верхний слой, пошла водичка. Весной тут RFC можно делать, да? А тут и делали RFC, не один было, раз, да? Да, два раза делали. Хорошая местность очень. В этом году, в том году, когда будет первый этап? Да, с первыми петухами весной. Я думаю, где-то апрель, март. Ну, давай, давай, чтобы как раз сей. А сейчас пообщаюсь, может быть, там с Одессой получится. Ребята продолжают попытки залебедиться, но сложно. Ребята продолжают борьбу. Что, заякорился или нет? По-моему, Ванькин, да. Заякорился? Ну, он его называет котлеты, но это не котлеты. А где они заякорились? А вон за УАЗик. Они за УАЗик, вернее, за ним. УАЗик же себя оттянул от этого УАЗика. А, оттянул себя? За котлетку они. Пробил, да? А, вон, дивись. Ёлки, новое аж крыло было, беленькое. Аккуратненько, лёгенький. Ну, лёгенький. Вот просто правильная машина, да? Вот просто правильно сделанная, ничего. Что там, говорят, мотор какой-то серьезный. Не, мотор свой, компрессор, по-моему, мерседесовский поставлен. Сколько лошадей, неизвестно? На мотор, на УАЗовский мотор компрессор, по-моему, да. Кто-то говорил, да. Андрюха, так. АФТР, два мотора можно менять? Можно, и мосты можно, все что угодно. Кузов не режет, то есть. Хоть лапой ставь. Это где, в RFC? Да. На ТР-2. На ТР-2. Ставь лапы, но у тебя будет ограничение по размеру колес, как раз. Начал ты на лапах или на мостах. У тебя все равно яблоко будет на одной высоте, потому что ты по колесам ограничишь. Ну и 35 колеса, все равно выше. 30, по-моему, третье его. 33 или 34, надо почитать регламент. На лапах, а на обычных с тобой. И ничего-то не выйдет. Да нет, нет. Это я за мотор не знаю. Там сейчас лапы продают, ты не знаешь? Не, я не хочу. Значит, лапы недорого там, я знаю. Могу договориться. Я знаю. Продает зеленый человечек. Вот тот человечек. Зеленый продает. Человечек продает, смотри. Да, да. Не, не хочу, я лапы. Красивый, да, человечек стоит такой вообще? Капюшон надел. Капюшон, да. И смотрит оффроуд. Они дорогие, ты помнишь? Вот это поборолись. Это фантастика просто. Просто сорвали аплодисменты. Просто красавцы. Это уже с набубнявленным тросом стоит. Веревка! Он не якорь. Якорь. Плохо же клёво кормил. Зацепили лебёдку! Закопаться хочет. Не отпускай лебёдку!
Вперед, закопался, красавец. Спас друга. Где-то все долго едут, видно, есть сложные места еще. А там тоже сложные места. Сейчас будем идти смотреть. Вот этой яме мы уже сегодня уделили огромное внимание. Андрюха, температура, а у тебя течет. Красавцы, да. Поехали, ребята. Перескочил, там тоже сложная яма. Ранен, но не убит. Все, заклинило правое переднее колесо. Тут еще яма. Не знаю, он заклиненное колесо полностью. Заклинило колесо правое переднее. Вова, колесо клинит правое переднее, Вова. Вова не остановится, я его знаю. Не первый день. Смотрите, что делает. Будет ехать, пока машина полностью не остановится. Но будет ехать на заднем приводе. Там, говорят, интересное место. Но пока туда никто не доехал. Сейчас будем, все равно сходим, посмотрим все-таки.